Всем привет! Решил себе собрать простенький гриндер на базе вот этого движка мощностью 180 Вт. Это в принципе обычный простенький движок, но я думаю для моих целей его хватит вполне. А вот шкив на вал решил сделать из старого убитого патрона. Я думаю, он прекрасно подойдет для моих целей. Также ролик планирую сделать из двух подшипников, которые у меня есть в наличии. Основание решил сделать из 63-го уголка. Ну а все остальные железячки буду уже подбирать по ходу дела.